Директора музея отвозят в больницу с инфарктом. Вагон с экспозицией находят, но картины Сони там нет. Витя умирает. Если директор музея заговорит, то Лебедеву и Соне грозит высшая мера. Сеймур пытается договориться с Соней. Она должна отдать им Юрия. Соня же узнает, кто сдал вагон с картинами. Ситуация у нее чрезвычайно критическая. На помощь ей приходит старый, но верный друг Дмитрий. Соня и Лебедев наконец-таки находят деньги.